Пляжная лига 3-0. Открытый турнир по спортивной гульне «Ультимат фрисби» прошел в Гомеле. Удел приняли аматоры из всей страны. Наши корреспонденты так само отправились на пляж. «Алтимат» – это командный неконтактный вид спорту с летающим диском фрисби. Мета гульни – с допомогой пасу передать диск гульцу своей команды, які находится в зоне соперников. У свете этот вид спорту называют «фейерплей» – сумленная гульня. Удельники щиро признаются у порушениях, а после матча у команды выставляют один одному отзнаки. Главное правило – это оценка духа игры. То есть команды выставляют друг другу оценки за лучшее поведение на поле. Можно проще описать, как в футболе есть фейерплей, то есть игроки должны играть честно и не главное победить или забить поинт. Организаторы турниру – гомельские команды по «Алтимат фрисби» и члены громадского объединения «Совет батьков Гомеля», которые реализуют инициативу «Рух дворовых гульняв». В рамках этого проекта так само развивают стритбол, хоккей и воркаут. Есть такой вид спорта – «Алтимат фрисби». Он активно развивается в Беларуси, в других странах. Вот. И мы с помощью «Руха» привлекаем в этот вид спорта школьников, молодых людей, которым интересно бегать, прыгать и играть во что-то. Ну, в принципе, большинство тех, кто видел этот вид спорта, позитивно к нему относятся, то есть многие приходят после этого к нам на тренировки, ну и остаются в игре этой. Официально «Алтимат фрисби» з'явился в 1968 году. Менавіта тады стали проводить первые регулярные гульни. Фрисби развивается в Беларуси довольно упэўнена. Нават есть сборная, якая представляет нашу краину на сусветном узроўні. Около года назад, и с этих пор началась именно подготовка сборной, набор игроков, ну и, собственно, отбор, сборы, туда включались сборы, разнообразные турниры, в том числе и в Амстердаме, в России, в Серпухове, то есть, ну, в разных-разных местах. В Гомеле периодически может встретиться здесь и там 20-30 человек именно из Гомеля, которые играют в «Алтимат», но регулярно на тренировке, ну, порядка 10-15 человек вот на тренировке ходят регулярно, вот, и стараемся как-то продвигать. Сейчас больше работаем со школьниками. Каждый четверг до конца лета рух дворовых гульняв и гульцы гомельских команд будут знакомить гомельчан с этим видом спорта. Споборництвы проходят на стадионе средней школы номер 12 с 18 до 21. До уделу запрошаются все жадающие. Вероника Гамзюкова, Наталья Игнатенко, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».